Упорная борьба и значимая победа. В очередном матче чемпионата России по хоккею с мячом «Уральский Трубник» сумел дома одолеть «Ульяновскую Волгу» со счетом 2-1. В первом тайме гости были более организованы, нежели соперники. Однако после перерыва команда первоуральцев буквально преобразилась. Наши заиграли на высоких скоростях, и у ворот волжан сразу стало жарко. Вскоре Липин вывел Цыганенко 1-1 с голкипером гостей Ахмеровым. И наш форвард поразил ворота своего бывшего клуба. Затем эффектную двухходовку разыграли Черных с Почкуновым, и счет стал 2-0. Позже первоуральцы потеряли мяч на своей половине поля. И по сути сами организовали острую атаку на ворота Марковкина, которая закончилась голом. Волжане приободрились и провели финальный штурм. Гости были в шаге от успеха, когда мяч после удара Ларионова угодил в штангу. Мы сегодня играли очень добротный хоккей. Минут, наверное, 70 у нас на фоне всех удалений. Все равно мы показывали очень содержательный хоккей и составляли огромное количество моментов. Ребята тоже молодцы, я считаю, что и характер проявили, и смогли прибавить тогда, когда вроде уже и тяжело, и через «не могу» сыграли.